Анонс 15 и 16 серии сериала «Цыпленок жареный». В 15 серии дядя Коля называет Руди братом, а он у него в долгу, ведь молодой человек прикрыл его с собой во время бандитской сходки. Хоронит Петрову. Руди и Митя обсуждают, как остановить Кумова. Их первоначальный план не сработал, значит, нужен новый. Руди предлагает использовать Изольду в качестве приманки, однако Кумов догадывается о подставе. Подбрасывает улики в комнату Роди и забирает нож для резки бумаги. В 16 серии Кумов на допросе пытается вывести Роди из себя, чтобы появился повод его убить. Роди обещает дожить до суда и разоблачить Кумова. Дядя Коля отказывается от организации убийства Роди и предлагает Кумову разобраться со своей проблемой самому, однако и вызволять Роди дядя Коля не собирается. Дина возмущена. Как же так, ведь он называл Роди братом. Чекисты проводят обыск у Роди, в результате которого обнаруживают подброшенные Кумовым улики и письменный прибор, в котором не хватает ножа, того самого, которым было совершено убийство. Теперь никто не сомневается в том, что маньяк Роди. Посмотреть заключительные серии вы сможете 11 февраля.